Поэтому просто ищем бабу. Операция «Сиськи» или «Спасти сладкую попку», не знаю, как это называется точно, ребят, но что-то типа такого. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Влад. Мы с вами продолжаем играть в модификацию под названием «Упавшее гнездо. Честь свободовца». И как, ребят, ни странно, сегодняшняя серия у нас будет посвящена целиком полностью свободе, ее базе, скажем так, ее задачам. Мы наконец-таки добрались до первой базы внутри барьера, то есть предыдущая база должна была быть базой долга и военных на территории армейских складов, но так получилось, что армия меняющего лица ее смела к чертям собачьим, там одни трупы, то есть все сдохли, на них напали ублюдки, сели в какой-то гребаный пикап и уехали. Вроде как так было со слов Андрея Чо, это один из связных самой лютой группировки. Здесь ЧЗО, группировки поиск. Опа, там уже пошла, ребята, какая-то пальба. Так, ну что ж, мне тогда сейчас выдвигаться на территорию базы, разбираться, что у нас там в базе происходит, кому нужно помогать, что нужно сделать. Пока что все очень плачевно, потому что информации у нас не так много. Мы лишь узнали от этого Андрея, что мы находимся в полной заднице. И после того, как мы подняли этот гребаный золотой яичко из лаборатории Х-16, мы находимся сейчас в рабстве у, собственно говоря, меняющего лица. То есть, вроде как, поднятие такой вещицы означает, что мы готовы на него работать, но мы на него не готовы работать. Мы сказали ему, иди в жопу к черту, ублюдок, и он, короче говоря, либо разозлился. После чего и последовало наказание в виде того, что он убил базу долго с военными. Короче, очень много всего плохого произошло. Сейчас, надеюсь, можем хотя бы эту базу защитить, наладить с ними отношения. То есть, в принципе, свобода, ребята, очень хорошие, матерые, классные. У них здесь есть хотя бы технари, какие-то торговцы. Поэтому будем потихонечку сейчас разбираться. Надо сейчас найти с кем поговорить. Так, опачки. Это что, чистое небо, что ли? Так, я так понимаю, ты у нас, дружище, главный здесь, да? Златич, Марко Златич, доброго здоровья, командир. И тебе не хворать, кто будешь, откуда пришел? Сталкеры зовут меня Джонни, пришел с дикой свалки. Да? И как там? Да как и везде. И то здесь что делаешь? Гриша был мне нужен, механик. Ты ж через склады шел, не встретил что ли? Нет его там. А братья наши меньше долговцы, что говорят? Куда Гришка подался? Ничего не говорят. Говнюки, одним словом. А что это за место? Хуже не придумаешь. АТП. Какого хера Лукашна здесь держит, не пойму. Стрельба ни на минуту не умолкает. Мутанты прут так и прут. Мы уже привыкли. Тропа у них здесь, что ли? А грешник не объявлялся здесь? А что ему здесь делать-то? Ты прям как с луны свалился. Грешник нужен, идешь в забытый лес. Ясно. Так, ребят, это первая наводка. Нам нужно будет пробраться в забытый лес. Забытый лес, на что подразумевается? Это у нас что-то типа... Так, а здесь всего два выхода, отлично. То есть у нас есть выход в рыжий лес и на склады. А, ну все как бы все максимально просто для идиотов, спасибо. Вот это реально круто. Так, дружище, ты у нас кто такой будешь-то? Знакомые комбезы, чистое небо, откуда они у вас? Грувер. Ну не голыми же ходить, а комбезы, к слову, очень даже приличные. Это все, что хотел спросить? ЗИЛ ММЗ не проезжал здесь, след я видел от протектора. Мент? Я так и подумал сразу. Так, погоди-ка, ну да, несколько дней назад прошканделябал мимо. Парни для отрастки пальнули пару раз. Не по газам, а, те по газам и фьють. Сам я не видел, стрельба здесь дело обычное. Байда докладывал, ага, Байда. А, все, спасибо, начальник. Так, я пока ни хера не понимаю, но я понял, что здесь проезжал грузовик, нужный нам, и что по нему жахнул пару раз парень, которого зовут Байда. Это тот парень, который нас встречал у самого входа в локацию. Надо сейчас пойти с ним поговорить. Так, здесь есть кто-то еще главный, с кем нужно побазарить? Или со всеми остальными информация нам не нужна? И есть с кем вести разговор? Нет, здесь, походу, ребят, никого нету, поэтому пойдем тупо в бар. Так, где вход в бар? Все развалено нахер, блин, чертям собачьим. Так, продовольственные фуры какие-то огромные стоят. Откуда у вас их здесь столько? Так, монолит. Ох, нихера себе название бара. Для свободы это не очень-то приличное. Так, два охранника, парнишка лютый стоит и... Здорово, дружище. Байда. Говорят, ты грузовик обстрелял. ЗИЛ ММ-3. ЗИЛ? Да, было дело. Я ему тормози, не тормозит. Я отмашку, ему похер. Ну, дал в его сторону очередь, чтоб неповадно. А ты почему интересуешься? Твой грузовик был? Нет, не мой, но знаю, чем загружен был. С4, полный кузов. Не свисти. Так, а это видел? Вот такого пластилина в кузове почти 1,5 тонны было.
Точно пластид. Слушай, дружище, давай так, ты мне тут кусок пластида, а я тебе полный расклад про по грузовику. В той области полная, которая мне известна. Договорились? Так, отдали ему пластид, отлично. Значит, не зря ребята его собирали, а то я думал, зачем он нам нужен, блин, я ничего подрывать не собирался. Ну ладно. Грузовик этот на складах стоял, видел я его там. Так, это тот, что немец из мертвого города пригнал? Не знаю, хотя... Говорили, что немец на долг пашет, может и он пригнал. А то, что из мертвого города, уверен, так и есть. Грешник врать не будет. Проехал этот грузовик 5 дней назад, в сторону Рыжего леса. Походу, батьки овцура, придурки. Угнали у долга. Нет, ты прикинь, чуваки, полный кузов все 4. Теперь можно ждать любой пакости. Опять ковцур. Да что ж такое с этим ковцуром, зараза? Какие-то постоянно с ним терки. Блин, а с тем парнем поговорить нельзя? А, дружище, с тобой можно поговорить? Брат, подойди, пожалуйста. Кремень. Свобода. Здравствуй, Гриша, Будлай, не заходил? Гриша, а что ему здесь делать? Собутыльников на складах найти можно, особо не напрягаясь. А закуску? В том смысле закупиться провианта можно тебя? Могу предложить только кабани ноги и щупальцы кротоса. Деликатес. Что ж так бедно? Должны были подогнать фуру с тушенкой, на всю зону хватило бы. Да затерялась где-то парни, в Рыжем лесу слыхал, разбойники пошаливают. Что за разбойники? Бандиты ковцуровские, говорили нашим героям, мол, фура с тушенкой потерялась, прочитать бы Рыжий лес, а им-то что? Сказал бы, что фура с соломой, все это как один, бы на поиски ломанулись, а тушенка? И на кабаньих ножках можно сразу морду наесть. Это точно. Так, ребят, ну тут, по-моему, все ясно. Сразу две наводки на Рыжий лес. То есть у нас там украли у Свободы тушенку. У нас там находится банда бандосиков, которая стырила С4 целый грузовик у наемников. Короче говоря, очень много интересного. Я так понимаю, внутри Рыжего леса есть либо база наемников, либо база кого-либо еще. Будем с этим разбираться. Так, с кем бы еще поговорить? Мне нужно было найти одного техника. Так, судя по вот этим вот плоскогубцам и всяким другим... Нет, тут больше ни хера ничего нет, ребят, ну ладно. Это и есть громобой, да, ребят. Чё творится-то, я чё-то не понимаю. Братан, подожди, дай, да я выйду, выпусти меня, сука, желторотик вонючий. Блядь, я сейчас тебя обоссу прям здесь. Что творится? Мать твою! Ща, погоди. Сейчас, батька, сейчас я спущусь. Иди ко мне, иди, я тебя покормлю. Иди, мой хороший. Ой, ты мой хороший, жри свинец, падла жирная двуногая. Изи! Учись, пока живой, соплячок зеленый. Сопля Халка. Вообще не почувствовал. Так, ну здесь реально, ребят, мутанты постоянно прут что-то странное, причем псевдогигант, который проходил мимо огромной базы. Что-то странное. Ладно. Так, механик, пожалуйста, почини мой костюм. У меня костюм просто по пизде уехал, правда. Он уже никакущий. Статы просто 4%, 18, 22. У меня сейчас передернет всего. Я бы хотел починить свое вооружение, как у тебя с тарифами? Долговский жетон оставь при себе, бесплатно чинить ничего не буду. Ну, ясен красный, я не сомневался. Так, вот он, ребят, полный ремонт, у меня денег почти 500 тысяч, это хорошо. Комбез. Починка! 489! Ёб твою мать, я всю игру горбатился на починку одного гребаного этого, что лекзика? Жопа какая-то! Слушай, а тебе нельзя торгануть этими всякими вещичками? У меня там просто дохера и всяких ксеноформов. Не хочешь купить? Опа! Покупает! Все, ребят, пошла жара. Так, 150 еще, 150 еще. Мы все равно уже попали внутрь барьера, обратно попасть все равно нельзя. То есть нам то, в принципе, не нужно, поэтому забирай. Ой, как хорошо. Веревка для удушения, забирай. Доллар. Доллар, ребят, сейчас стоит 150 тысяч рублей. $1 150 тысяч рублей. Нихера себе инфляция. Это, походу, арабы совсем охерели своей нефтью. Так, конструктор Лего, 150 тысяч рублей. Какая-то непонятная жижа болотная, 150 тысяч рублей. Жижа болотная номер 2, еще 150 тысяч рублей. Так, ксеноформа в виде ободка от унитаза, 150 тысяч рублей, отлично. Так, это что у нас, мистер Крабс, туда же. Букавка, не пойми что, какой-то кастет, хорошо. Так, это втулка от непонятно чего, от велосипеда, туда же, до свидания. Так, это у нас что? Это винты, походу, от Титаника. 0 стоят. Так, вот это я продавать не буду, потому что цена отличается от этих дефолтных. Так, это что у нас? Умывальник. Туда же. Яички, кстати говоря, яички. Блин, надо продать, нахер не нужны. 250. Еще 250. И еще 250. Еще 250. И еще 250.
и есть еще 250, и есть еще 250, и еще 250. Одно оставлю, потому что у меня, ну, по квесту было вроде бы как. Все? Все, что мог, продал? Значки вроде бы продавать не надо, они мне нужны сейчас, вроде бы, по идее, как. Артефакты можно, конечно, еще подслить ему некоторые, потому что мне их слишком многовато. Да, то есть, вот это вот что, разрывы, ну, вообще бесполезняк, хрень полная. Не нужно мне такое. Поэтому можно продать, вообще не запариваясь. Так, а, вот еще один остался ксеноформ за 50 тысяч. Забери, какие-то, не знаю, это что это, что гусля от танка Т-34, что ли? Нахер она мне сдалась, продать ее к чертям собачьим. Все, 4 756 446 рублей. На кой хрен я вообще поперся в центр Чизова, ребят, скажите мне? Я, будучи наемником, работающим за деньги, я могу сейчас, в принципе, отсюда уйти и купить себе нормальную хату в центре Москвы. Либо две конченых на окраине. Сдавать их в аренду и всю жизнь как бы питаться просто вот как султан в своем имении. Просто какая-то жесть. Потрошки, гидрошок. Вообще ненавижу эти стволы крупнокалиберные для пистолетов. Нахер продать, к чертям собачьим. Ненавижу ЖК, но тут всякие елочки, херелочки. Продать тоже. Вообще изи. Слишком много этих. Продать. Отлично. 4 миллиона. Я готов чиниться. Подожди. Просто почини все. Полный ремонт. Джишечка. Моя любимая джишечка. Полный ремонт. ПКМ в руках, полный ремонт. Полный ремонт. И джишка, полный ремонт. Спасибо тебе, дружище. Это было реально круто. Так. Привет, мне нужен Гриша Будулай. Не подскажешь, где его можно найти? Гришка? Да он безвозно на базе на складах торчит. Ясно. Слушай, друг. Глянь-ка вот на это. Починить сможешь? Оба. Инвертор. Вот смотрю на тебя и думаю. С виду серьезный мужик, рассуждает как блондинка. Сталкер, это если ты еще не въехал, пространственный инвертор, и починить его невозможно. Да? А может просто руки твои золотые из жопы растут, а? Смешно, ха-ха, запомнить, ладно. Объясняю для особо одаренных. В корпусе инвертора нет ничего, кроме монолита размерами 50-53 мм. Монолит из неизвестного материала. Распилить, расплавить, разрезать, разгрызть не пробовал. Но слышал, что невозможно. Теперь понял, друг ты мой недалекий? Понял. Так, ну все же надежда меня не покидает, что Гришка, как его там зовут, я постоянно забываю, господи, Будулай сможет все-таки починить, потому что в плане починки долг более шарит, чем свобода. Вот если бы я сейчас принес ему полумертвый куст конопли, он бы сказал: брат, я изи его вылечу, оно будет плодоносить вообще просто на ура. А вот что касается техники, то, ребят, здесь у них сразу проблемы, потому что свобода, как бы, ну, такие ребята. Они больше по кустам, наркотиков, вот, да, техники это больше к долгу. Всякие БТРы, тяжелые костюмы и вот всякие инверторы, это все ближе к долгу. Так, ну что ж, боезапас у меня, в принципе, готов. Весь полностью починился. Бабла просто, мама, не горюй. С запасом в два раза. Куча стволов, куча патронов, вообще куча всего. В принципе, готов воевать до усирачки, пока не отключусь. Так, артефакты повесить на ожог, а на удар. Отлично, вкусные артефактики. Статы просто бомбезные. Сейчас можно, кстати, речь еще себе этот, пылестойкость повысить немножечко. Вот так вот, вот так вот. Ой, как хорошо-то как-то сразу стало. Вот так жахнем сейчас еще вот этого. Ну все, короче говоря, можно, в принципе, идти убивать кого угодно. Ах ты ж, это тоже ксеноформы были? Ёлки-палки. Ну ладно, пусть лежат, ребят, на всякий случай я оставлю на следующий раз. Наш ксеноформ, который уникальный, он, видите, он отдельно шел за 1,5 миллиона. Блин, тогда сейчас есть смысл просто все, ребят, распродать и, собственно, выдвигаться на территорию Рыжего леса. Опа, ливер вылез. И кто такой? Какой-то парень с небритой мордой, зовут его Толян, банкир. Банкир, все ясно. Банк-центр инвест, или что там у тебя, ВТБ-24? Вклады в хабар 24 часа в сутки 7 раз в неделю, да? 365 дней в аду? Окей. Группировка Ковцура. Блин, этот Ковцур меня, честно говоря, уже, ребят, достал. Может, его просто завалить нахер, да и все? Тормози, братянь, куда не мылился? Мне нужен вас старший. Думаешь, всю тюрьму есть за тебя, что сказать? Не тебе решай, дай дорогу. Ну, иди, братан, извиняй, если, ну, как бы, ну, не понял. И что, все, что ли? Да что с ним такое? Ёб твою мать. Да он же калека, ребят. А куда вы побежали? В той стороне база свободы. Там парни в экзиках, такие желтые, как пчелки, стоят с пулеметами. Не, нормально все, да?
Не, ну как хотите, в принципе, если хотите туда идти, то идите, я в принципе не против. Там безопасно, ребят, не бойтесь, вас там не тронут. Это, подойдите к базе, скажите, что от меня. И вас точно завалят, потому что я тоже наемник и не свободовец. Так, ну что ж, ребята из банды Ковцура находятся у нас на территории Рыжего леса. Что у нас еще, в принципе, есть по Рыжему лесу сейчас, исходя из локации? Может, что-то имеем вообще на локации у нас красивого, интересного? Так, какой-то тайник. Бронекостюм Берил М5. Говнище еще то. Так, две точки у нас на локации есть. Это у нас база бандосиков и база... Ну, в принципе, ребят, я так и предвидел. Раз они стырили, собственно говоря, грузовик, в котором были... в котором была бомба С4, в которой были, собственно говоря, бомбы С4 от наемников, то, скорее всего, на самой территории Рыжего леса есть база наемников. То есть это было очень логично. Ну, раз оно так, значит оно так, ребят. Опа! И куда мы полетели? Так, облет локации. Ну, здесь ничего пока страшного нет, ребят. Да, это основочка, да, я видел ее много раз. Да, лес стрёмный, много тварей, но у меня пулемет, ТОЗ, вообще много всего. У меня сейчас полностью целый костюм, бронекостюм и экзик, который вообще не прошибается. Легче, мне кажется, убиться, чем убить мой костюм. Так, что у нас здесь? На той стороне горит какие-то костер. Здесь вроде бы никого, ребят, нет вообще, то есть ноль. Опа! Я точно такой же КАМАЗ видел на территории АТП Свободовской. Скорее всего, это и есть этот гребаный КАМАЗ с этими, ребят, с консервами, который мне нужен. Так, залетаем внутрь туннеля, который ведет нас, по-моему, в Лиманск, обходной путь. БТРы, БТРы, машинки и... И ничего больше, темнота странная. Ладно. Я так понимаю, это типа прямой намек, что нужно идти туда именно. Ну, в принципе, так оно и было логично ясно, потому что нарисовано, что там находится... Что там находится база бандосов, а мне сейчас нужно иметь дела именно с бандосами, потому что... Здравствуйте. Вован, Вован, как ты там по батюшке? Гангрена, ну ладно, ладно, раз у тебя гангрена, в принципе, тебе уже ничего не поможет, братан. Ты умрешь в любом случае. Сейчас надо разбираться тогда с бандосами по поводу этого гребаного КамАЗика. Ну, как-то, ребят, некрасиво они украли... Собственно говоря, всю еду свободы. На самом деле, на месте свободы я бы сейчас просто приехал и все это нахер распотрошил. Здорово! Сброю на землю! Рендердердерседа! Шпрехин зе дочь! Do you speak English? Кинь сброю! Эш смердере! Ладно, ладно, не сын, нет, что-то уже дристанул. Смотрите, уже все. Уже напрягся, уже прям яички сжались, ребят. Прям это... Боюсь, боюсь! Так, ребят, в принципе, здесь немного, поэтому если человеку будет кипиш, я просто всех побиваю. Ты сдохнешь первым. Не знаю почему. О-о-о-о! Это что за такая... Ёб твою мать! Это что за болезнь такая? Братан, у тебя какие-то семечки под кожей. Ты чё, подсолнух? Ладно, хрен с ним, ребят. Я его трогать ещё не буду. Он какой-то психопат. Это ниндзя. Вор. Белый ниндзя, ёлки-палки. Там какие-то трупы. Это ещё что такое? Опа, чирик. Так, стоп. Братан, ты кто? Захар, одиночка. О, здесь какая-то гей-оргия, ребят. Курок. И паук. Курок, паук, Захар и все мертвые. Блин. А кто ж вы такие, ребята? И почему вы сдохли? Может, какой-то тайничок здесь есть, за который не померли, нет? Да хрен его знает. Но валяется три... А, стоп! А это случаем не та группа, которая выслала свободу на поиск своего же КамАЗа и его водитель, а? Месть моя будет страшной, ребят, если это так, я просто сейчас здесь всех бандосов перебандосю. Ну ладно, ладно, петушьё. Держитесь. Сейчас батька все порешает. Напрягся, да? Напрягся? Пацифист. Ох, сейчас я не буду, ребят. Сейчас пацифизм уйдет на второй план. Я сейчас начну просто всех убивать в хламину. Творить гадость. Продовольственный караван они уже расстреливают. Совсем охерели. Ублюдки, мать твою. Опа! 10 из 10, ребят. Да ладно. Быть того не может. Погодите. Журнал, 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 фотодокументы, ящики. Снимки, полученные от Сидора, как они попали в Гибзон, еще не предстоит выяснить. Так, ребят, это они. Это они один в один.
Откуда здесь эти немецкие ящики? И что в них находится? Блин, они не открываются. Что за блоки такие? И кто их сюда вез? Чё-то, ребята, эта группировка Кофтура мне начинает не нравиться. Какие-то мутные ребята. Прям вот все говно, которое творится в игре, связано именно с этим Кофтуром, его группировкой. Ну ладно, ладно. Давай поговорим. Блатной парнишка. Привет. Приветствую. Какие люди? Ты или смелый, или глупый. Если не заслал нарисоваться здесь один после своих косяков, мы ж тебя на лоскутки порвем. Попробуй. Попробуй, соплячок. Батька приказал не трогать пока тебя. Если б не батька, кранты тебя наймит. Зачем пожаловал? Какой самоуверенный парнишка, ой, какой самоуверенный. Я бы затолкал вот эту гребаную коричневую ручку деревянную тебе в жопу так глубоко, что ни один хирург в Германии обратно не смог ее достать, ты понимаешь? Ни один. После 3 операций. По 12 часов. Фуры мою твои братки задерживают, хочу забрать. Твоя говоришь? И что в ней было? Консервы. Ну, коль твоя, забирай. Чё они так все меня боятся? Не совсем понимаю, ребят. То есть сначала, как мы только попали в Рыжий лес, нас встретила его бригада, и мы сказали, типа, им валите, и они свалили. Сейчас сам Сутыл у нас боится. Мы чё, такие страшные, что ли? Я не понимаю, или что? Почему нас все ссут так сильно? Как-то странно, ну ладно. Либо какая-то бригада непонятная, то есть Кофтур, какие-то, блин, походу, ренегаты вонючие, которые только могут объедать трупы, а не, скажем так, воевать в открытую. Либо хрен его знает, то есть мы чего-то, ребят, походу, не знаем какой-то предыстории нашего персонажа. Скорее всего, у нас просто какая-то лютая предыстория, что мы, типа, вообще убийца лютый на уровне призрака, что нас, от нас теряются просто все, даже вот опытные батьки из бандосов. Ну да ладно. Радуюсь, что встретил разумного человека. Вопрос первый порешали, вопрос второй. Грузовик ЗИЛ ММЗ с контейнером в кузове, это тоже ваша работа? Эй, братья, ты мне чужой не вещай, был грузовик в Лиманск шел? Как уже ходил, брод нащупал, не знаю, мы даже и не пытались тормознуть, знаешь почему? Контрик за рулем сидел, реально охренели все? Опа! Ребят, это все, это комбо-вомбо. Контролер Васек, который себе очко рассек. Василий здесь, он вернулся. И он украл наш грузовик. Ёб вашу налево. В Лиманск? И давно было? И дней 5 назад, может меньше, может больше. Тоже твоя точила. Моя. И последний вопрос. Что в этих железных ящичках? Не борзи, братан, скажи, что же твои, извиняй, на них написано собственность Германской империи. Немецкий в школе учил. Хорошо, с ящиками потом разберемся, не прощаюсь. Так. Отлично. То есть мы просто с ними добазарились по поводу того, что нужно отдать нашу точилу с консервами. Одну проблему порешали. Правда, маленькую проблему, потому что это больше задание самой свободы, нежели наше, поэтому, ну, такое. А вот проблема с нашим зелом пока что не решена. Так, доставить фуру на место. Новое задание, фура. Ага, не понял. Доставить фуру на место. Информация. Разбитая или оставленная на другой территории машина означает автоматический провал задания. А куда нужно ее довести? А, на базу свободы нужно вернуться. Что это за череп такой страшный? Так, ну ясно, 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 ясно. А, это забытый лес. Воу! Воу! Это что за огромная локация? Стоп, а мы сейчас где находимся? Мы сейчас находимся, получается... А где мы? Подождите, я потерялся, мать твою. А, мы находимся в Рыжем лесу. А справа от нас есть забытый лес, в который нас сейчас все и посылали-то, ребят. Странное местечко вот это вот, посмотрите. Огромная лока, в которой какие-то путепроводы и какой-то череп. Это что за плямба такая? Тайник какой-то находится с артефактом внутри. Ёлки-палки. Так, предложить Кремню выкупить груз. В смысле, выкупить себе эти, что ли? Консервы? Открыть двери. Бляха, они открываются, ребят. Ладно, 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 ладно. О, зашибись. Стекла мы последний раз, походу, мыли в 75-м году. Так, спокойно, эту штуку нельзя кромсать. Если она поломается, то типа все. Господи, управление просто говнище, как будто наше шасси поехало по пизде в Сызрань и сломалось 2 раза, причем по этому пути. Ёб ты нахер! Тихо, 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 дерево, дерево, дерево.
У нас вроде бы обычный этот КамАЗ, не спортивный, не Париж-Дакар или как там, ралли. Ё-моё! Крупногабаритная срань. Так, какая-то неудачность, ребят, лучится на конце локации, а надо ее как-то объехать аккуратненько, и так, чтобы не сдохнуть. А то предыдущий, вон там товарняк, видите, валяется прямо внутри центра, ну как бы в центре лужицы. Тихо, 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 спокойно, спокойно. Не, КамАЗ-то, тигры, ребята, резвый, я что-то на него зря погорячился, сказал, что он не очень. Он очень даже очень. Я бы на таком катался вообще просто на ура. Эти, ёлки-палки. Тихо, тихо, тормози, 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 брат. Спасибо тебе, дружище. Так, куда нужно доставить ее? Куда именно нужно доставить эту штуку? Чутка подальше, да? И как сюда заезжать? Стоп. И как сюда нужно сейчас заехать? Тут же закрыт проход. Тут есть объезды, елки-палки. Здесь что-то закрыто, все бетонными блоками зашито. Стоп, 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 стоп. Вот это вот откуда вообще появилось? Спокойно! Чё за мертвые лагеря такие здесь, а? Здравствуйте. Пошел в жопу. Экзик новый. Не кусать. Очень дорогой. Ты гля, прут, мрази. Чё за такой склад, ребят, непонятный какой-то? А, это курятник. Так вот откуда вы прёте, гады, мыши долбаные. Так, стоп, а как мне сейчас заехать внутрь этой херни? Чё-то не понимаю. Я вроде не маг-чародей, чтобы такие вещи проворачивать. С той стороны вроде бы тоже заезда нет, ребят. Там тоже вход закрыт. Так, здесь двухполосный барьер начался. Здесь есть въезд. Сюда куда-то... Ну, ёлки-палки. Ну, здесь, да, здесь находится гараж, который под эти КамАЗы. Но он ведь тоже закрыт. А, нет, 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 нет. Можно, короче, объехать, я понял. Сейчас все сделаю, не переживайте. Там, оказывается, ребят, все открыто. Так, ну одну проблему, получается, локальную мы решили с КамАЗом. Еда прибыла. А вот по поводу второй проблемы нашего грузовика, который у нас тайный из центра зоны, пока что проблема не решена. Давай, давай, сдавай. Но зато мы знаем, что у нас есть куча приколов на территории локации. Какой-то тайный лес. А еще есть очень много приколов в центре рыжего леса. Там у нас база наемников находится. Это что, было мина, что ли? Какого черта? Там точно были консервы или они были просроченные? Какого черта эти бобы рванули? Так, аккуратненько, аккуратненько, едем. И желательно, чтобы не цепляли какие-нибудь камешки, потому что бобы, зараза, просроченные, бабахают сразу за секунду. Тихо, 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 тихо. Заворачиваем красиво. Как в игре «Дальнобойщики 2», «Российские дороги». Так, все. Отлично. Ты заглуши его. Ага, все, блин, он заблокирован. Зашибись. Теперь там будет эта соляра гореть, пока, блин, все не кончится. Так, предложить кому? Предложить кремню выкупить груз. Чё за кремень? Кто у вас здесь, ребят, главный по продовольствию? А? Может, ты? А, это ты, кремень. На самом деле, не лучшее имя для бармена. Кремень. То есть, какой-то, не знаю, не привлекающий публику. Ладно. Пригнал, короче, твою фуру, кремень. Бандосов ковцура в режим лесу была. Я заявил о своих правах на фуру, и бандиты согласились с моими требованиями. Теперь я предлагаю тебе фуру и товар. 90 тысяч рублей. А, за фуру. Пригнал фуру с товаром, хорошо. 90 штук много, но я согласен. А ребят, что груз везли с сопровождением, ты видел? Видел, убили их. А, мы продали ему. То есть мы выполнили задание с поводу продовольствия и все ему вернули. Окей. Я думал, типа, сейчас придется нам платить, выплачивать. Слушайте, ну тогда неплохо. Выполнили хорошее дело, помогли базе. Теперь они здесь будут еще долго и счастливо жить, потому что еда штука очень даже важная. Мы снабдили их очень большим продовольствием в виде целой фуры консервных баночек с тушенкой. Ладно, теперь надо опять возвращаться на территорию рыжего леса. Надеюсь... А там сейчас не будет никаких приколов, ну типа того, что как бы теперь там мы с ними не в ладах, с этими с бандосиками, начнут сейчас прессовать нас не по-детски. Тогда придется сначала их всех убить, а я бы не хотел этого делать, потому что... Ну, чем больше народа в рыжем лесу, тем в принципе нам легче, потому что когда там много людей, они стреляют мутантов, а нам это только в плюс, я в принципе не против.
И сейчас, наверное, сейчас, ребят, главное добраться до центра Лежего леса, потому что там находится база наемников. То есть прям так и написано. База наемников. А на базе, ребят, наемников, скорее всего, что-то интересное. Мне вот только интересно, они нам враги или же друзья? Мы что же наемник? Вот хрен его знает. Но будем разбираться. Рация, рация, номер 3, тайник, тайник, голос, пушка, прием. Да, 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 база, слышу, слышу. Ага, все, понял. Отлично, так. Так, ну что, ребят, мы с вами вернулись в Рыжий лес, и только что поступило сообщение от, собственно, штаба наемников, что я же просил туда, помните, пушку плазменную для того, чтобы воевать с этим меняющим лица, потому что его огнестрел берет. Сказали, короче говоря, что находится тайник при переходе на Лиманск с гаусс-пушкой, которая позволяет, собственно, этого меняющего лица в бублик заворачивать. Пойдем сейчас проверим, ребят, этот тайничок, где он там находится при переходе на Лиманск. Так, блин, тут мест очень много. Переход-то на Лиманск. Придется поискать наш тайничок с гаусс-пушкой-то, а? А, начальство не обмануло, ребят. Вот он тайничок, а внутри что у нас находится? Есть! Гаусс-винтовка. 100 патронов. Отлично! Ой, Жора, крыжопля, бойся! Не берет огнестрел, возьмет плазменная пушка. Ну, давайте посмотрим эту красавицу. Божечки ты мой, а какой прицел-то? Ребят, ссыте, да? Ссыте? Боитесь? Ай-яй-яй. Не, ну в принципе я вас пока трогать не буду, вы ребята хорошие. Сброю на землю! Сброю на землю! Бэ-бэ-бэ-бэ! Сейчас как бы, братан, понимаешь, не та ситуация, при которой ты можешь командовать, вот правда. Вот не та ситуация. Потому что я сильнее, чем здесь 70, я, наверное, раза в 3. Как бы вот такая вот ситуация примерно. Так, ну что, сейчас надо, получается, мне двигаться на территорию наемников, потому что... Блин. Правда, через лес. У нас пулемет, херово туча патронов. Хотя здесь все равно как-то стрёмно. Посмотрим, что у нас там заемники такие обитают и что у них есть. Скорее всего, ребят, что-то у них есть интересное, потому что артефакт, заначка на черный день. Ни хрена себе. Это что ж там за артефакт такой на черный день, заначка, а? Ой, пошла жара. Ой, ну нет, 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 ребят. Вообще не хочу с вами воевать, ну правда. Это не наша война, вот ей-богу. Оставьте меня. Сейчас бы еще вспомнить, ребят, проход в ту часть. Там где-то должен быть проход сквозь эту, блин. Сквозь туннельчик или нет, или мне кажется. А, нет, здесь есть просто так проход. Опа! Сталкер, ты приближаешься к нашей территории. Веди себя достойно, и никто тебя не тронет. Опа! Вот это правильно, это бодрое решение, потому что я, в принципе, вас убивать не хотел, хотел с вами поговорить. Окей, вопросов нет. Слушайте, прям не локация, а ты смотри что, ребят. Учебник прям для начинающих, потому что, ну, все такие порядочные ребята. Здорово, здравствуйте. Нормально все, ребят? Наемник опытный, Гришка, братан. Братан, здорово, бразер. А ты кто у нас будешь? Костя Кок, Костя Яичко. Так, ну что ж, наймы, причем очень даже дружелюбные. В принципе, я не против. Хотя это, конечно, немножко нелогично. То есть, что за такие наемники, которые дружелюбные. Хотя есть, конечно, один вариантик, ребят, что у них все плохо, и поэтому сейчас они просто ищут, скажем так, поддержки со стороны других сталкеров, чтобы с ним не сдохнуть, им приходится с другими сталкерами тоже общаться. Потому что, когда у наемников все хорошо, и все идет по плану, они обычно не дружат ни с кем. Они просто людей убивают, поэтому... Блин, ну пока что здесь, ребят, ничего интересного нету вообще. Может, что... Тихо, я не хотел, ну сам, братан, слышишь, машинально, на рефлексах. Так. Это твой батя, главный, да, так понимаю? Арнольд, опа, Шварценеггер, как видишь, жив еще. Зачем пожаловал, опять что-то забрать? Нет, хочу про дорогу в забытый лес узнать. Есть дорога, но без проводника нифиг не соваться, не пройдешь. Грешника ищешь. Что можно сказать про грешника, можешь с ним иметь дело? Не знаю, не наш он человек, бывший монолитовец, мозги совсем набекрень. Во как, монолитовец. Есть работа, сложная, но хорошо оплачиваемая. Сколько? Твоя доля 150 кусков. Говори. Баба эколог, Рипли, попала под атаку бюреров, гонит не по-детски. Папаша ее штатовский фирмач, заплатит за нее возвращение. Твоя задача найти, на радаре я видел с группой, и привести ее ко мне. Дальше моя забота. Идет? Согласен.
Найти профессора Рипли. Так, подождите, это все, конечно, очень хорошо. Профессор Рипли, это все ништяк. Папа богатенький у нее. А кто поможет мне? Вот, мне просто вопрос. Мне нужно было... Я только получил зацепку свою по поводу тайного леса этого скрытого. Мне нужно на него попасть, а вы мне не помогаете. То есть, как так? Ну, ребят, это ж нехорошо. Это все печально. Бегаю, блин, всех на побегушках, а нихера никто мне не помогает. То есть, я всем помогаю, а мне никто не помогает. Ну, почему так? Так, это нужно сюда ее привезти, ты понимаешь, да, эту бабу? Ясненько. Никакой инфы по грешнику, по проводнику, который нас должен провести в тайный лес. В тайном лесу у нас находится практически вся нужная информация нам. Этот гребаный лес под тайными тропами закрыт, который знает только проводник. Зашибись. Как же все, блин, сложно. Найти профессора Рипли. На территории радара. Ой, ништяк, просто огонь. Сейчас бы на радар идти, а есть прямой ход на радар? Ну, хоть что-то, ребят, хорошее. Хотя бы прямой ход на радар есть, это уже радует. Сейчас будем бегать по всему радару, искать бабу со своей группой ученых, которая поперлась туда в центр, хотя у меня батя богатый. Нахера ты туда полезла, а? У тебя богатый батя, сиди дома, покупай, не знаю, силиконовые сиськи себе. Ходи в клубы. Полезла, блин, она в ЧЗО, еще в какую-то жопу под названием радар. Что у нас здесь за артефакт? Чуть ё-моё, блин. Думал, стой, еще здесь говнища ломать говняса. Ладно, ладно, ребят, это, удачки вам, я пошел, там, видите, там, адская садомия, радар, пси-поля, мутанты, вот, я пошел туда, да, умирать, да. Так, ну что ж, ребят, вот мы появились на территории радара, кстати говоря, не очень стандартный переход, раньше он вел вроде бы на янтарь, а теперь у нас его это рыжий лес. Странно все это. Выжигалка не работает, здесь очень, скажем так, нелюдно, все мертво. Стрёмно и некрасиво. Ну, только сверчки сверкают, как, в принципе, обычно. Мне даже почему-то здесь, ребят, здесь неинтересно вообще ползать, поэтому, наверное, просто пошли дальше. Я больше чем уверен, что если эта баба была здесь, и она отсюда вышла из этого же перехода, то, скорее всего, она находится где-то, ну, скажем так, подальше. Раз у нее начались проблемы, то, скорее всего, проблемы возникли уже там, ближе, внутри локации, поэтому здесь, скорее всего, все пусто. У меня, в принципе, проблем сомниться нет вообще никаких. Есть уже гаусс-пушка, есть СР-25, есть джишка, есть ТОС, есть пулемет, прокачанный экзик, поэтому, в принципе, нет таких проблем в плане амуниции и поиска нужных вещей для того, чтобы проходить игру комфортно. Поэтому просто ищем бабу. Операция сиськи или спасти сладкую попку, не знаю, как это называется точно, ребят, но что-то типа такого. Надеюсь, она еще не сдохла со своей бригадой. Но если она богатенькая, то, скорее всего, в ее научной экспедиции было просто херово туча людей. Наверное, человек 15, блин, там 5 ученых, 10 охранников. Ну, скорее всего, так. Мне почему-то так кажется. Хотя, возможно, я могу ошибаться. Блин, здесь так все стало тихо. То есть, раньше, блин, наоборот, получалось, было так, что центр зоны был, скажем так, в толпе мутантов и всяких тварей. Но после того, как ЧЗО разделилось на барьер и после барьера, точнее, то, что внутри барьера и до барьера, все стало, скажем так, как-то необычно. На предбаннике, на первых локациях, на кордоне, всяких на свалке тварей куда больше, чем здесь. Здесь вообще никого нету. Костры горят еще, наверное, с прошлого века. Ни мутантов, ничего, даже трупов нету. Кстати, ребят, что у нас по этим, по тайникам? Может, есть что-то на локации, может, надо собрать? Нихера себе мы вышли, блин, через 3-9 земель. Охереть просто можно, это что за тропы мы пошли? Ёп твою нахер! Это что за локация такая? Генераторы. Какого хрена? Я ж был только что вообще в рыжем лесу. Это я что, вот так вот пошел в обходную? Охренеть просто можно. Опять по лисьему говну. Тут, ребят, я по небу летел. Тут я шахту накопал. Тут, короче, вскопал шахту ложками. Дальше была толпа. Тут жижа, короче, была какая-то. Как я все это прошел? Ё-моё. Вот это жесть, я так понимаю. Вот это погуляли, блин. Тур-экспедиция, мама, не горюй. Так, что по тайникам? Нет ни хера, абсолютно пустая локация. Есть только парни из квеста про домино. Божечки ты мой. Я уж задолбался их убивать, если честно. Валю их, валю, они не... А, о, кстати, вот там какие-то трупики есть. Так, это хорошо. Здесь были живые души до нас. Ребят, чьи будете? О, бандосики. Неизвестно. С прицелом АК-74. Нет, уже не время для этой пушки, если честно, поэтому ты уж прости. Мне по инфу там по тайничкам, у них, кстати, у всех такие пушки, скорее всего. Причем опять, видите, бандосики, но я понял, нам не соврали, короче говоря, по поводу того, что
два этих ретранслятора, этих гребаных, которые позволяют нас перекинуть за барьер, находятся у Бормана. Видите, куча бандосов, так понимаю, это его бригада. И они постоянно, ребят, здесь. Так, может, протестируем пушку? Тихо. Где он? Ща протестируем ствол. Там опять труп еще один. Где он, мать твою? А, он левее. Дружищ! Ёб твою мать! Кусок говна, где ты? Бля, он что, призрак? Здорово! О, ребята, пушка-то бодрая! Как Зевс херачит молнии. Прям ништячок, мне понравилось. С такой можно и двоих мнящих лиц убить. Вообще без проблем. Ни хрена себе, парнишка. Неплохо был снаряжен. Заберу себе подствольник, и все остальное мне, в принципе, не нужно. Мне так много всего. Аптечек просто навалом. Просто миллиард аптечек. Миллион. Так, опять ребята, походу. Да, опять бандосики. Откуда ж вас здесь столько много-то, а? Вот в чем вопрос. Ладно, заберу аптечку, не буду. Что-то я вдруг подумал, что сейчас у меня аптечек много, а через, скажем так, парочку боев, возможно, их уже не будет, и поэтому будет очень плохо. Поэтому лучше собирать. То есть у нас в центре, в барьере, находится только долг в маленьком количестве, потому что их всех, скажем так, отодрали в задницу вместе с военными. У них осталось там парочку бригад, только на территории буфер радара, ой, буфер янтаря. Есть база свободы, да, свобода здесь, ребята, многовато прям. Свобода здесь прям в полном составе, им здесь комфортно. И есть еще бандосики, прям группами, ребят, находятся здесь. Так, развилка. Слушайте, вот в той базе постоянно какие-то мутки мутятся, поэтому давайте сейчас, наверное, сначала туда. Не знаю, почему мне так кажется, потому что, ну, в ту сторону направо нет ни хера, то есть там нет никаких объектов. Есть, конечно, блокпост при выходе на другую, на этот, на армейку, но он такой себе, не особо скрытный. А вот здесь прям находится объект, ребят, тайный. Огромный. Защищенный. Если он пустой, то, в принципе, не знаю, ребят, ничего, как здесь искать. Есть, конечно, еще вариант, что надо искать эту бабу где-то посреди локации, там где-то возле вертолета и аномалий. Опа, 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 опа. Отлично, угадал. Это хорошо. Ни хрена себе здесь людей. 10 человек. Ну, в принципе, я и думал. Полная бригада. Ого! Научная экспедиция. Какие-то лютые спецназ-мародеры. Рядовой Корбет, армия США. Сэр. Корбет Даллас. Корбин Даллас. Мультипаспорт. Ничего себе. Сержант Ламбер. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, сраный хуй. Или как там было, я не помню уже. А, ну вот ученые. Слушайте, я почти прям угадал. Несколько ученых и целая бригада охраны. Мать твою. Капраль Форд. Я хотел бы починить свое вооружение. Как у вас с тарифами? Долговский жетон можешь не показывать? Ясно. Короче говоря, может, я болтовский жетон тут не получать, ребят. Ни хера ничего не стоит. Просто! По мне попал один раз чувак, на 8 тысяч влетел. Охереть! Один раз по мне попал чувак, блин, я влетел на 8 тысяч. Какой же нежный костюм, ребят. Просто нежнейший. Так. Опа! Лейтенант Рион. Опять! А ты откуда здесь, Джон-Джон? Рион, ты живой? Почему тебя это так удивлять? Ты был в лаборатории на агропроме, а потом тебя забрал вертолет-призрак. Так ты не погиб? Не пойму, про что ты рассказываешь. Не был я на лаборатории, ни на агропроме. Наши вертушки при проходе темной долины затянуло в аномалия. И тогда Билли очнулись здесь. Между этим событием пустота. Говоришь, видел меня в лаборатории? Забудь, вероятно, я обознался, значит, твой отряд цел. Про восьмерых я не могу сказать определенно. А здесь что делаете? Выбираемся из центра зоны, у профессора Рипли есть инвертор. Обещала, ей поможет вывести нас на янтарик к передвижному научному модулю. Может, проще будет отнять у нее прибор? С собой она его не носит, где-то прячет. И знаешь, Джон-Джон, опасается как-то портить с ней отношения. Можно задержаться в центре. И... где она? Не вижу. Спустилась в биолаборатории. Там ядовитый газ. Мы не смогли проследовать за ней. Нужен костюм с автономной системой жизнеобеспечения. А такой, как у тех ученых, не защитит?
Защитить на минуту не больше, не, Джон-Джон. Нужен либо долговский защитный костюм, либо сева. Здесь рядом лаборатория X-10. Может, там за закрытыми дверями что и можно найти? Коды старые, вот одно цифра единицы. Слушай, Джон-Джо, Рипли нам не доверяет. И было бы хорошо, если бы ты помог бы ей чем-нибудь в лаборатории. Неспроста же она там застряла. И втерлась бы в доверие к профессорше. А вам почему не доверяет? Мы обыскали ее. Надо было напоить перед этим. Договариваться так, я увожу с собой, вы скрытно следуете за нами. С учеными как? Возможно, они пригодятся. Когда они засветит инвертор, я изыму его. Потом с рядом поможешь мне с одним делом. И мы все дружно выходим на янтарь. А это без вариантов. Я согласен. Еще бы. Так, найти Рипли в биолаборатории. И знаете, ребят, что сейчас у меня горит? Жопа, потому что я продал на территории грёбаной базы свободы свой костюм Сева. Нет, я оставил его в баре. Я оставил его, ребят, в баре, потому что он мне, ну, тянул карман. Я думал, что он не нужен для меня будет в дальнейшем. Как же я, блядь, ошибался. Боже, я еще никогда так не ошибался. Здорово, доктор Степной. Эколог-ветеран, блин. Какой-то вояка, блин, лютый. Ну и что теперь делать? Идти, что ли, в грёбаный выжигатель мозгов за грёбаной севой для того, чтобы туда зайти внутрь? Как же все печально повернулось. Ладно. Плюс у нас перевес просто лютейший. Вот как это все засовывать сейчас в севу, я не понимаю. Походу, по частям, ребят, придется засовывать. Будем разбираться. Так, ну что ж, ребят, мы спустились в эту гребаную биолабораторию, у нас сейчас где-то сева, у нас все суперски. Из оружия я себе оставил только самое мощное оружие в мире под названием ТОС-34 Дедовский. Парочку дробей, короче, полный запар, пошли искать доктора Рипли. Хотя, что ее искать, если ее и так, ребят, уже видно на радаре. Так, какая-то жижа зеленая, елки-палки. А здесь есть что-нибудь интересное? Вот в чем вопрос. Потому что мало ли есть какие-нибудь тайники, я что-нибудь пропущу. Прям какое-нибудь реально крутое. Потом буду себе кусать локти, потому что в лабораториях, ну, частенько бывает такое, что есть что-нибудь прям реально крутое. Блин, все, ребят, затоплено газом, то есть прям все в хлам. Везде какой-то зеленый газ. Жить невозможно. Глаза слезятся, такое чувство, что, знаете, ребят, как будто здесь упали носки Халка, и вот они долго лежали, и вот поперла тут жижа. Так, тайнички, ну хоть что-нибудь. Что-нибудь, может, какой-нибудь артефактик пустный, а? Нет? Нихера? Блин, печально. Лаборатория-то тайные секретные места, мне должно быть что-нибудь интересненькое. Для наживы. Гребаная зеленая жижа. Как же здесь ужасно-то, а? Так, здесь много этажей, много чего можно поискать. Вопрос только в том, есть ли здесь что-нибудь еще в принципе, или я просто сейчас просираю свое время, что очень даже возможно. Но это гребаное любопытство меня, ребят, не отпускает ни в коем случае, потому что, ну... Так, я, походу, сам невольно сюда спустился. Воу! Мать твою! Это что было? FPS просто умерло! Какой-то снег меня глючит! Ёб твою нахер! Это яйца? Такие же яйца, ребят, красно-черные, в кетчупе этом, в кетчунезе. Как на костюме этого, меняющего лица. Это его, что ли, яички, как у этого, у Кощея Бессмертного было яйцо там, игла, типа, это его слабая сторона, что ли? Что за снег, мать твою, пудра какая-то. Там молнии снизу. А можно их разбить, у меня просто вопрос, ну-ка. Ага, им насрать. Здравствуйте. Так, ребят, что-то стрёмное. Рипли находится на той стороне этой херни. Сейчас здесь все еще раз проверим. Но, походу, здесь, ребят, просто пусто в этой локации. То есть, ничего интересного нам не оставили. Кроме вот этих вот яичек снежных. Что здесь происходит, мать твою? Вообще не ясно. Но у нас тост в руках, поэтому мне, в принципе, не страшно. Ни хрена себе у нее костюмчик! Дочка, блин, американского... профессора. Это Экза с... замкнутой системой дыхания, мадемуазель.
Мне бы хотелось бы с вами познакомиться поближе. Я просто это, знаешь, в зоне холодно, осень, зима, спать одиноко. Мне бы с кем-нибудь, а с мужиками нельзя, потому что, ну, нетрадиционная ориентация. Мне бы вот как-то, ну, не хочешь того шпили, Вилли? Нет? Ну ладно, я попытался хотя бы, вдруг прокнула бы, она бы сказала да, и мы бы с ней, скажем так, ворвались в страстный секс. Ну ладно, нет так нет. Вы доктор Рипли? Да, сэр, а вы кто? Сталкер, можете звать меня Джонни. Ну, для тебя просто Джонни. Джонни 26 сантиметров, что-то типа такого. Что за хрень в воде? Я не знаю, на как он и похоже, что-то пугает меня в них. Давайте выбираться отсюда, Джонни. Те люди наверху в форме, военнослужащие армии США, вы знаете их? Немного, и у меня слышалось очень плохое мнение об этих солдатах. И это правильно, мисс. Эти не солдаты, это наемники из группировки «Ангелы Ада». Вы наняли их? У нас договор, они обеспечивают охрану моей группы, а я увожу их всех из зоны. Хотел бы я верить в это, что они будут соблюдать договор. До свидания, доктор Рипли. Постойте, Джонни, вы считаете, что мне угрожает опасность? Не знаю, доктор, но хорошего об этих ангелах. Я еще ни от кого не слышал. Это сейчас что было? Какой-то рык, и потом... Могу я вас нанять, Джонни? А у вас есть деньги? Или у ваших родителей? Мои родители погибли несколько лет назад, сэр. Так вы поможете мне? 5000 баксов. Ну, ладно, один поцелуй. Что? А, да, конечно. Я заплачу вам эту сумму, Джонни. Тогда я работаю на вас, мисс Рипли. Что мне делать сейчас? Вытащите вон ту, вот тот кейс из воды и идите за мной. Хорошо, мисс Рипли. Так, какой кейс из воды мне нужно вытащить, ребят? Что, что, женщина, что тебе нужно? Я слышал странный рык, и мне было страшно. Так, из воды достать какой-то кейс. Блин, здесь вода какая-то небезопасная. Мне тут не нравится. Ох, ты ж ничего себе. А, вижу, вот он кейс, Люфтваффе. А здесь молния сильно бьет, или можно пробраться к этим яичкам? Или они вообще током не бьются? А, это просто они так извергают из себя энергию, они током не бьются на самом деле. Здоров! Есть кто внутри? Алло! Знаете, что меня сейчас, ребят, начало пугать? Я вспомнил, что Жору Крыжоплю, он же меняющий лица, зовут Ксеноморф. Ксеноморфы — это твари из фильма «Чужие». И такие яйца я видел в фильме «Чужой» и в фильме «Прометей». Из них вырвалась потом хрень, которая сделала тех самых «Чужих». Так. Чё-то, ребят, странно. Страшное и некрасивое. Ладно, так, кейсик. Иди ко мне, родной. Хоп, отлично. Много весит, интересно. Да, прилично. Все, можем двигаться. Блин, мне бы ее костюм, на самом деле, я бы забрал. То есть, вообще похер на нее. Я бы забрал этот костюм. То есть, это экзик, улучшенный, вообще какой-то неадекватный экзик. Так, ладно, пошли только быстрее, пожалуйста, выбираться сюда, потому что я не люблю ходить пешком вот так вот очень медленно. Мне бы так, чтобы побыстрее, было бы тогда вообще все супер прекрасно. Ты идешь? Отлично. Эти медленные походы меня не очень, скажем так, устраивают, потому что я люблю все быстро, красиво, надежно и прекрасно. Так, нам куда сейчас, по-моему... Это был Бюрер, ребят. Я не спутаю, скажем так, Жор Бюрера ни с чем. Это был Бюрер, я его слышал. Хотя, возможно, меня просто глючит. Есть кто здесь? Нет, просто дыра. Ладно, я проверил. Мало ли. Так, она, кстати, сразу пошла к выходу. Но девочка умная, молодец, и вроде бы добралась. И это хорошо. А мы немножко заплутали. Так, нам вниз или выше? Хер пойми, господи, кто проектирует лабораторию? Мне нужно потеряться, причем два раза. Ты лифт вызвала? А, ну все, зашибись. А теперь слушай меня, умник. С нами пойдет доктор Степной. Он присмотрит за тобой. Кейс несешь ты. Остальные наемники и ученые остаются здесь. Вот так. Хорошо, лишь что он мне не помешает. Иди и сообщи Рёну, что мы уходим. Вы тоже предупредите Степного и будьте начеку, мисс. Так, забрать себе шмотки свои. Спасибо, полный боекомплект. Одевай нормальный костюм. Отлично. Чё за пальва, мать твою? Все нормально, пацаны? Отлично.
Во, блин, здесь ночь наступила. Это же сколько мы там проползали. Охренеть просто можно. Так, ребят, думаю, пока что это мы закончим. То есть, нашли мы доктора Рипли. Нашли мы какие-то яйца, которые очень похожи на яйца того самого меняющего лица. Все это очень странно. И, скажем так, еще страннее то, что у него в моменте, скажем так, вместе написана группировка, написано, что он ксеноморф. Ксеноморф это чужие, и у него яйца такие же, как у чужих, и все это очень-очень печально. Неужто он размножается еще? Это вообще какая-то жесть. Что здесь происходит, я пока, ребят, не понимаю, но надеюсь, это Рипли, скажем так, нам поможет. Потому что сейчас для нас основное это вывести ее отсюда, отдать наемникам. Наемники дадут нам информацию про грешника. А грешник нас приведет на территорию тайного леса. А там уж будем разбираться со всей этой чехардой. В общем-то и в принципе. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки и пока-пока.